Буэнос диас, братва. Если он рассыпнул заряд вашего экрана, это значит, что мы продолжаем ползать по мирам. Это God of War. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и посикарашили. Сейчас нам надо свалить из Альфхейма, а дальше посмотрим. У кого, куда и как, опа. Ван Дорн. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Где эта гномозека? Ладно, хер с тобой. Тук-тук, мазафака. Ладно, хрен с вами. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. В Мидгард, так в Мидгард. Ну чё, погнали. Брок, мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот.
Такой смотрит. Ну, даже слепая свинья может иногда пёрнуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слышал, не знаю. Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Другое дело. Так. Это защита, блядь, сила минус 13. Береги себя, забияк. Бам. Бам. Ништяк. Так. Надеюсь, вы довольны? Так, в рукоятке 8 силы. Все, Ханя Крымович. Все в порядке. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию. Ой. Или побродим. Решай. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень. Солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Хорошо. Отпинали. Похоже, больше нет. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. На Линкин Парк похожие. Я не могу прочитать. Я не могу прочитать. Смотри, эти шесты покрывают магия ведьмы. Это сбережет нам время.
тут уже, блядь, сколотил эту типа лестницу. Так, ладно, пусть и карашили. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Ну, если что-то будет нужно, я тут. Уже собакины. О, механизму поехало. Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. А за счет чего они приводятся в движение? Чисто за счет какой-то телоупругости или чего-нибудь в этом духе? Вот этот момент как раз нигде не объяснен. Что вращает шестерни? Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Ща чихну. Твою мать. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Идем, закончим дело. Главное, чтобы этого фонарика батарейки не сели раньше времени. Уберзаряд, мать его за ногу. Слушай, а нормально так запечатали, а? Ты тоже это видишь? Целыми водопадами, блин, это срань. Дальше дорога завалена. Перелезем. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе, это, наверное, какой-то почитаемый великан. Шо, опять? Рот, мы добрались! Черное дыхание. А, напоминает чем-то метро 2033, когда надо зажигалкой подсвечивать. Это что, олень?
Не помню истории о великане с головой оленя. Кто он? Ничего. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Свобода? На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Второй, говоришь? Вот только где. Значит, должен быть какой-то другой метод. О, вот второй кристалл. Тут было что-то важное для великана. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Я почти разобрался. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. Нифига себе! В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Не сильно. Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? О, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да. Мама говорила, что ты никогда не видел историю. Просто раз, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один. Я так что-то подванговываю, что ща будет замес. А у меня хронометраж на исходе. А Рубинович не урал, это работает. Чё, замок какой-то? Меньше.
Так, на всякий противопожарный. Осветительная бригада, ёмана. Фу. Я же отсюда слышу, как тут воняет. Ого, сколько мертвецов. Тлюпики. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. Стоит статуя в лучах заката с огромным в руках лопата. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Ну, дальше мы, наверное, пойдем в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, пиписька. И до свидания. Адьос, братва.